Что? Серега пират. Я прикупил Короче, приехали. Сейчас пока в гримерочке. Я недавно стою тут, ну, налил себе. И... Вадя, у меня тут что-то такое. Да, вот у меня такая же хуйня есть. Я от него заразился, он так начал, блядь, поправлять свою ебаную майку, блядь. И мы сейчас пойдем туда слушать музыку. Смотрите, кто подмятку хуел. Там еще этажи сделали на разогреве. Ух ты. Да, ебать, он один там, прикиньте, всех толкал. Никто не знал, что это за треки, но ебался. Я его тоже слэп хотел утащить, он засал, скажи. Я не засал, просто я буду потный и вонючий, как Ваня. А мне еще надо, ну, делами заниматься. И так потный и вонючий. И так потный и вонючий, в принципе. Это великие слова. Зато у меня мама есть. Я с педиками. Хотите, чтобы Боба вышел? Ну, тогда надо, чтобы он пошевелил жопой. Давайте позовем шефа тогда. Давайте позовем Владимира Братишкина здесь. Шеф. Моего второго отца, по сути. Блять, оба как Дед Мороз 10 раз звать нужно, ёбаный рот. А вот давай! Сейчас я буду немножечко душнить. Я хотел бы знать, как он тебе меня вызвали. На России это тяжело. Короче, ребят, я сейчас хотел просто задвинуть такую душную тираду о том, что, блядь, я как отец просто горжусь тем, что сейчас происходит. Я рад о том, что Илья все-таки созрел и сделал концерт свой. И позвал меня. Короче, Илюх, я не помню, когда я сделал решение принять тебя к нам. Но, блядь, ты разъебался. Просто еще. И по поводу публики. Охуенная вы публика. Это был Владимир Братишкин. Ёбаная живая легенда в этом здании. Просто охуительный чел, да, реально. Можно долго оглядываться назад, говорить о том, вот я понимаю, что многие из вас новенькие, в принципе, в комьюнити кто-то очень сильный олд, а можно алды пошумят, типа? Так вот, как и, скажем так, как и с Вовой Братишкиным вместе двигаемся, так я безумно рад, что двигаюсь с вами, с всеми остальными ребятами. Вот все, кто здесь, в этом здании, даже охрана, вообще все, типа, я вас очень сильно люблю, спасибо. Сейчас выйдет мой хороший друг, потрясающий, классный, охуенный просто, Стинг! Ребят, короче, предусловие, анекдот про пенек. Ладно, шучу, сегодня. Ребят, телефоны не буду разъебывать, не сейчас. В общем, 7 лет назад я написал одну хуйню, лютую, про цифры песни. Прям лютая херня. Я подумал, что будет охеренно смечи за ним дебилом. Вот с этим. Макс. Ну вот с этим волшебником это первое. Второе. Чем? Ебал я в рот, я не знаю слов, если честно, поэтому вот этот хуесос просто надеть сюда. Брат, если ты не знаешь, твой сердце, блядь. Погоди, это первое. А второе, почему в список не добавили диск на Жужо, блядь? А ты едешь со мной в СПБ? Конечно, да, блядь. Когда там будет полный, блядь. Санкт-Петербург, готовьтесь, диско жужжок будет. Ну что, чат, вы готовы? Что, диско жужжок? Я снова здесь, кстати. Поехали, блядь. Ладно, давай, 3-2-2. Поехали. Артур, давай. Как не готовы выйти? Пиздец меня. Давай, начинай. Никто, конечно, не знает эту песню вообще. Но кто-то знает, кому 30 лет. Зачем мне хуйня, боритесь?
третье крыло, одна судьба. Авто задержатый день, закружилась голова. 3-2-2, это 3-2-2. Мы поставили на ход, но лишь это не беда. 3-0, одна судьба. Авто задержатый день, закружилась голова. 3-2-2, это 3-2-2. Мы поставили на ход, но лишь это не беда. Каждый парень в КСКО хочет знать мой секрет. Откуда у меня один свой нож? Красть нет, денег нет, я всегда ухмыляюсь и говорю, что везет. Как все мало кто знает, что ставка я закон. Кто у нас играет, на мире и на мире. Поставлю на него, чтобы в кармане были они. Тратить для всех на своем пути. Если, конечно, это не успеет, да всему беды. Первая ставка прошла, следим за второй. Поставлю на нем слой, звони, не еду домой. Да я играю пять ритмов, это easy beat. И по каждому раунду делаю эту прикинь. Кто у нас еще тут, да это же французы. Титаны, выше верить, ведь за ними играют на лузы. Ну что это такое? Они сливают на рям. Да это 3-2-2, хватит нападывать меня. 3-0, одна судьба. А в концах держатый денег закружилась голова. 3-2-2, это 3-2-2. Мы поставим мир на ход, только же это не беда. 3-0, одна судьба. Пиздаты, ребята, вообще. Разъебали!